Если можно, кратко по матчу. Какие эмоции? Pode resumir sobre o jogo, qual emoções você tem? Foi um jogo bastante movimentado. É uma equipe muito difícil de acompanhar, que eles têm boa saída de bola, mas eu acho que a gente conseguiu controlar bem até certo ponto. Infelizmente tomamos um gol na primeira parte que atrapalhou ali o nosso jogo, que a gente estava bem. Na segunda parte voltamos bem, conseguimos empate, mas infelizmente tomamos a virada. E, então foi um jogo repleto de emoções, que infelizmente eles saíram com a vitória. Игра была довольно, довольно много было движения в игре. У соперника были хорошие выходы в атаку. Вот. К сожалению, мы пропустили первый гол, который нас отвлек вот от нашей игры. То есть гол раздевалку — это всегда тяжело. Соперник тяжелый. Конечно, мы вроде бы вернулись в игру, когда забили второй гол, сравняли счет, но в итоге соперник перевернул снова ход событий и, соответственно, к сожалению, результат. Вы забили один мяч в Кубке, один мяч в чемпионате Ростова. Вы могли бы назвать Ростов для вас удобной командой? Среди Маркова он был контроль всей экипы на чемпионату. И уже Маркова на Копа позже Фалаки. И он адверсарий для вас. Это мне дано сорти. Но я работаю очень много, чтобы сделать голы. Estou fazendo meu trabalho diariamente, fazendo meu trabalho sempre e com muito trabalho os gols vão sair mais. Mas, enfim, eu tive sorte com eles já duas vezes, mas eu vou trabalhar para sair mais gols. В эти два раза удача была на моей стороне, когда я забил голы. Но я работаю, чтобы забивать всем командам. Работаю достаточно много, чтобы эти голы были не только против одной команды. В Ростов очень тяжело добираться, вы уже два раза сюда приезжаете. Это сказывается как-то на физическом состоянии, когда вы приезжаете в Ростов? Оно связано в Лондоне, в Ростове. Ты инфлюенция? Да, с уверенностью. Это очень cansativa. Afeta a gente, com certeza. Nós jogadores. Mas, enfim, não é desculpa pelo resultado. Acho que mesmo assim a gente conseguiu jogar bem, fazer nosso trabalho. Mas infelizmente é o futebol. A gente perdeu. E vamos analisar o jogo e vamos trabalhar para a próxima partida. Да, конечно, влияет эти перелеты, эти переезды на поездах, влияет на игроков. То есть нельзя сказать, что мы без каких-то энергозатрат добираемся. Вот, но мы не должны предъявлять претензии там каким-то длинным путешествиям, когда мы просто должны выходить и делать результат в любом раскладе. Вот. Будем стараться работать, чтобы в следующих матчах уже результат был положительный на нашу сторону. Заключительный вопрос. Урал занимает третье место, а это путь регионов. Насколько обидно, может быть, досадно, что не получилось пойти по пути РПЛ. Agora estamos na saímos da segunda terceira posição na Copa e vamos jogar na regiões, caminho das regiões. Isso é, tem pena que não saímos para o caminho dos equipes. Claro, a gente queria ganhar para estar lá em cima. Mas não aconteceu, agora a gente vai disputar com as equipes do interior e vamos trabalhar, dar o nosso máximo para ganhar e estar ali conquistando vitórias e para a gente chegar na Copa bem. Конечно, хотелось бы выйти дальше. Следующие этапы, конечно, выйти с высоких мест. Мы приехали не для того, чтобы с верхней строчки подняться, а со второй строчки выйти. Но так как мы сейчас имеем этот путь, и мы будем
продолжать играть, да, то есть с командами из ФНЛ, да, и поэтому только нужно сейчас работать и выходить в следующие этапы, там, как мы в те прошлые сезоны мы проходили. Сам. Ну что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтобы на любимый клуб поставить. Да будьте вы людьми! Говорят, прогревание от провалов в памяти помогает. Не понял. Вас что, теперь двое? Да, я просто иногда себя удваиваю. Чего? Это как вообще? А мы в Винлайн теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на Винлайн. Вноси депозит, и мы тут же удвоим его. То есть Винлайн удвоит все, что у меня в сейфе? А сколько у тебя там? Ну, 1007-8, не меньше. Слушайте, у вас нет какого-то напильника или какого-то...